Время. С ним так сложно договориться. Почему-то не получается не обращать на него внимания. Мы постоянно спешим. И все равно нужно успевать с каждым днем все больше и больше. А вы помните, когда крайний раз встречали рассвет? Мы торопимся проживать каждый день в погоне за целями, карьерами, достижениями, зачастую не успевая наслаждаться даже полученным результатом. Забываем на них остановиться и поймать маленькую радость, услышать нежное слово, близкое человека, сохранить ощущение душевного тепла. Пролистывая страницы своей жизни, все же нужно читать отдельные главы, те, в которых написано о самом главном, о настоящих и нужных вещах, тех, которые делают нас по-настоящему счастливыми. И обязательно нужно делиться такими вкусными моментами с близкими, дорогими, преданными и любимыми, делиться с друзьями. Finding it hard to resist. So show me.